Привет, друзья! Меня зовут Вадим Друмов, я руководитель компьютерной школы «Гилей». В этом видео я хочу ответить на вопрос, который задают очень часто наши потенциальные клиенты, мои друзья. Можно ли попасть в IT без английского языка? Нужно понимать, что большая часть IT-рынка Украины – это аутсорсинговые компании, которые работают на западный рынок, с западными заказчиками. И большинство вакансий – это вакансии, которые предполагают наличие английского языка, потому что вам нужно будет общаться с вашими заказчиками. И вы, например, можете быть классным Java-разработчиком, но в Украине очень мало вакансий на внутренний рынок. И поэтому критически важно для Java-разработчика это наличие английского языка уровня intermediate и выше. Но могут быть ситуации, когда можно попасть в IT-отрасль без английского языка. Например, вы можете быть фронтенд-разработчиком, начать свою карьеру в веб-студии, которая работает на украинский рынок, и параллельно учить английский язык, и через какое-то время выйти на уровень английского языка, который будет помогать вам работать с иностранными заказчиками или развивать свой продукт на иностранные рынки. Но важный аспект, что при выборе вашей потенциальной специальности вы должны четко понимать, что очень сложно учить одновременно программирование и английский язык, если вы не готовы посвящать этому всего свое время. Потенциально возможно попасть в IT без английского языка, но это больше исключение из правил, чем правило, потому что большинство вакансий предполагают наличие английского языка. Даже если вы сейчас видите, что на ту специальность, в которой вы хотите обучаться или обучаетесь, сейчас много вакансий, которые не требуют английского языка, сделайте себе установку, что вам нужно обязательно выучить английский язык. Почему? Потому что с помощью английского языка вы сможете дополнительно получать материалы и обучаться всему новому, что позволит вам снова работать над новыми интересными проектами, более сложными проектами, с новыми заказчиками, развивать свой продукт и достигать новых результатов в вашей карьере. Поэтому, если вы хотите быть крутым, востребованным, высокооплачиваемым специалистом, обязательно учите английский язык.